carry on. On my side, bitch, I'll let tag alone. Мне лучше нервничать. Мне вообще спокойно. Говно всякое там подбирает. Та броня заканчивается. Да. Он уже года полтора через стену стреляет. Ничего не меняет. Ну, это... Как его? Механика игры такая. Может, это, конечно, исправимо. Ну, собственно, не полтора, может, он всегда так стрелял. Ну, а, блядь, у него еще хилка. Я еще приду сюда, я не знаю. Успокойся, Жужа. Надо медику добавить оружие. Способность прописать рецепт. Непонятным языком. Непонятным языком, но вот, Вань, видел? Опять через стену? Ну, у него... Он не зарядил ее полностью. Он ударил и начал стрелять ракетами. Вот сейчас тоже. То есть вот этого момента, когда он поднимает руку, закручивает пулемет, нету просто. Хорошо. Вот. Вот, сейчас видел, он ударил и сразу начал стрелять. Сразу хуячит. И уже третий раз подряд. И вот из-за этого. Позволяла бы еще карта. Я не могу так играть, баланса нет, я ливаю нахуй. Патры стреляют без анимации, всем плевать. Все. Ой, все. О, классно. Реально через стены стреляли. Заебись, только что увидел. Ну так это всегда так было. Вот знаешь, как бывает, когда. Трое.
выявить или хуёво. Подожди, так разработчику игры или карты? Ну ладно, хоть через эту штучку не стреляют. Молодцы какие, а? Слышь, старший, тоже мне. А чё так мало? Да, давай, давай. Звоните, что ли. Легчайшая сотка просто. Просто 150 изи. Лох. У меня два вопроса. Первый, ну ладно, на первый вопрос ответ, потому что у тебя возле патрул лагает. Второй вопрос. Зачем идти на лестницу, на которой в 100% случаев ты не сможешь двигаться из-за пулемета? Я тебе могу один ответ на все дать, знаешь, какой? Какой? Мне похуй. Я его не слышу.